Здание. Я вижу игрока. Я Диму вижу. Прощай. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Стаканчик, Васаби, Скромник, Стим, Куёко, Том Райдер, пацаны, поздоровайтесь. Здравия желаю. Приятного аппетита. Всем привет. Сегодня мы играем в Гаррис мод, и давно у нас не было рубрики «Прятки». Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прятаться и веселиться. Погнали. Так, у нас получается Абгай начинает первый искать. Ребята, я так пролечу возле себя, чтобы вы видели, где я запрятался, вот там я на дереве сижу. И управляя за предмет. Поэтому, мне кажется, будет очень сложно меня найти. Ну, надеюсь, это произойдет. Ну что, Абгай, давай, выступай. Покажи, на что ты способен. Я уже ищу. Кстати, карта довольно-таки оптимизирована, потому что с улицы внутри дома ничего не грузится. А когда залетаешь, сразу прогружается, да? Да, или это из-за того, что я играю за предмет. А ты где? Я в доме ищу. Так, ребята, внимательно. Все прячемся очень хорошо. Кто-то тут еще к нам зашел. Поэтому, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании, и любой может с нами записывать классные ролики, веселиться и орать. О, вижу, он играет за Кэнди. А я уже Дэн. Молодец. Красавелла. Мне вот сейчас страшно, и мне передо мной только что дверь пропала. Понял. Так, смотрите, он возле машины пробегает. Он выбежал на улицу. А, кстати, улица здесь здоровенная. Нифига себе, здесь сколько всего. Там еще есть вилла с... А тут, наверное, не вилла есть, а есть виллы какие-то. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы стараемся выпускать очень классные ролики и делаем это каждый день. Здесь здоровенная просто, ребята, улица, просто гигантская. Здесь я даже не ожидал, что так будет. Блин, будет сложно тебе найти. Улица здоровенная. Убежал тут прям какой-то лабиринт. Нифига себе. А что у меня вот вопрос. Что ж там? Вот я просто выхожу со своей нычки, и тут предметы возле дерева летают. Ну, молодец, что возле дерева летаешь. Поздравления мои. А я летаю возле деревянного, бетонного забора. Молодец. Да, так. Ты ж не пали контору, зачем ты это все делаешь? Нормально, летай себе за предметы, если никого не пали. Никого нет, ты не видишь, ты слепой, закрой глаза, просто мимо пролетай. Я понял, что ты кого... Я даже знаю, кого ты увидел там на дереве. Я думаю, нет, не говори, это был... Это были стаканчик. Это были листья. А, может, я думаю... А, стаканчик за аниматроника уже играет? А, ладно, подвал есть. Подвал? Ну, давайте спустимся. Точно. А что это в мешках? Цемент, что ли? Возможно. Да, это как строительство происходит еще здесь. Там никто не находится, уйди! Тут кишки и жопы на стене. Отлично, ребята. Все у нас, как всегда, весело и круто. И поэтому меня никто не найдет в этом ролике. Хотя один из игроков у меня уже увидел, скорее всего. А кого ты видел на дереве? Капхеда? Наверное, я не обратил внимания на скин, я просто видел летающие предметы. А, так это не я был. Я тебя уже нашел. Если что. А где я? А где я? А ты на дереве сидишь. Ты голим, это не я. Да ну блин, ребята, они меня спалили. Да ёкалы. Да, возле лабиринта не ты там сидишь. Да это не я был. Ну что ты? Да ну ладно, ну скажи, что ты никого не видел там. Да вообще нульс. Я вообще глаза свои потерял 3 года назад. Все, давай, теряй зрение потихоньку. Я сомневаюсь, что тут кто-то уже есть. Да, никого уже нету, я уже сбежал 1000 раз. Ты же думаешь, то кто-то останется, я как дал на ногу 200 километров за одним ходом. Меня же никто не найдет. То я был на дереве, капхедом, да, сидел, челик? Или нет? Может, я зря убежал? Вот дурачок. Можно было дальше сидеть. Я в кусты забежал, там Том Реддл. Красавелла, давай, ищи нас. Я такое место нашел, я нашел камень без текстурки, короче, в него можно залезть. Офигеть. Слышь, это уже читерство. Боленько. А это уже, кстати... Это не читерство, это карта такая, это не я. А, ну хорошо, это не ты. Да, это не я. О, я вижу, такая. Five Nights at Candy's бегает.
Ты лучше иди в здание, реально, все залипают в здание на втором этаже. Ты что, никого не увидел там? Я уже тысячу раз там пролетел. На втором этаже залипают чуваки. Зайди, посмотри внимательно. Гениально. Ну, так я тебе говорю, имба. Ну. Ой, тут пристань есть. О, кстати, надо на пристань, ребята, сходить. Карта очень крута. Прям очень классно сделано. Она только вышла сегодня. Это прям, знаете, свежачок для подписчиков. А отсюда можно пролететь? А, нет, это конец карты, уже нельзя. Все, я знаю, кого, куда я буду прятаться. Кого ты видишь? Кёка. Бегает. Ну, Кёко. Ну, бегай. Беги. Беги, глупец. Вот, ты ребята. Ты не пройдешь. Вот нычка, в которую меня никогда никто не найдет. Я сразу догадался, что можно найти в этом месте. Мне кажется, я вижу капхед. Где? Где шо-то плавает? Кто? Где шо-то плавает? Ну прикольно, да, так все детализировано. Высоте. Да, как водичка бежит, можно обоссаться 3 раза. А почему никого не нашел? Или кого-то нашел? Карта настолько прикольно запутана, что он даже никого не нашел. Я стакана нашел же. Вы только вдвоем вот это все время бегаете? Да. Скажите, ребята, в конце, что мы сдаемся и мы выйдем, если вы не сможете нас найти. Поэтому не расстраивайтесь, все нормально. Кстати, был такой ролик, что кто-то из нас сдавался, я помню. Кто помнит, напишите в комментарии или плюсик, олдскульные наши зрители. Потому что было такое, что я заныкался, а Серега говорит, я сдаюсь, и я вышел с нычки. Ну и было такое, что я сдавался. Вижу, бегает. Я просто круги наматываю по определенному кругу. Вот с пепельницы дым идет. А я, короче, кого-то нашел в воде. Чашка какая-то в костюме. У нее еще такая трубочка красно-белая. В воде? Чашка с глазами, да, в воде. Ах ты голимый, отвали от меня. Да ты читер. Ты че летаешь по карте и палишь всех? Это же некрасиво так поступать. А я сижу, думаю, блин, а кто же у нас в воде с трубочкой в голове? Так это же я. Смоки, не пали меня. Иди отсюда, иди отсюда. Ну, Смоки Мо, не пали. Ханёка, это, привет. Ну все, теперь он меня не найдет. Ребята, теперь он меня не найдет. А смотрите, у меня есть тачка. Если что, если меня найдут, я приведу их к Ханёку. Хорошо, ну меня ко мне не веди. Иди за мной, вот. Я тебе такую нычку сейчас покажу. Я вижу, Дима. А ты задрал, отвали от меня, ты меня видишь всегда. Я тебя вижу, кстати, я только что никнейм видел, что-то тут в камнях. Ой, не, кого ты там видел? Подожди, я меня подсветил. Вот. Вот никнейм, вот, я вижу бабка Грэнни здесь. Да не, отвали, я, короче, валю. Сейчас, если кого-то из нас убьют, то ты меня приведешь к нему. Ко мне. Не хочу, не-не-не. А как же от тебя заныкаться? Кто ищет вообще? Стаканчик и обгай. Ну, карта очень сложная. Даже рады, что мы эту карту выбрали, и я никого не ищу. Ой, я вижу бабку Грэнни. Давайте подсказку дадим. Давайте постреляем, чтобы они нас нашли. Давайте выстрелим, короче, плазменным шаром в воздух. Слышишь? Во, подсказки пошли. Пацаны тебе подсказывают. Реально, пользуйся подсказкой. Так, их так слишком много было, он запутался. Найдет, он же ж псих. О, я слышу, прям возле меня аниматроник бегает. Убить почему-то Димаса. Он только что в метре от меня прошел. Ах ты, блин, это ты за меня говорил, что не можешь убить? Да, блин, да нафига я тебе стою? Хорошо, я, если честно, я поддался. Ладно, не поддавался, ты рядом меня замочил. Поддался, читы выключил, так уж и быть. Красавелла. Ой, эророчка у нас. О, вот мой любимый. Делаем невидимымся. Димас, я готов поспорить, то что ты меня не найдешь. Зря ты так говоришь. Есть один. А есть... карты заныкался. Да конечно, ребята, хотите, я вас всех понахожу. Нет, отстаньте от меня. Ребята, включаем турборежим. Я уверен, что никто в помещении особо не ныкался, но мы пробежим по самым таким ключевым местам, где бы я, допустим, запрятался. У меня вопрос, а можно стрелять и убивать аниматроников? А у тебя не хватит патронов, они уходят очень много жизни. Да, можешь стрелять, они тебя убьют тоже. Но обгая только 1000 хп и у стаканчика тоже, так что... Ну, они, скорее всего, тебя быстрее убьют, чем их ты убьешь. Ребята, смотрите, как я сейчас начну находить всех подряд. Побежал по периметру карты, смотрите. Побежали. Сейчас кого-то я убью по любасу. Подписчики, смотрите, он меня никогда не найдет. Зря вы ты это сказал. Да. Ты сейчас первый проиграешь. Нет, неправда. Да, конечно, смотри.
Сейчас пойдет, сейчас пойдет. Я который телепортируется. Я? Да. Больше всего страшно будет, если какой-то аниматроник будет невидимый, и он будет постоянно смотреть за игроками, тупо не убивать их. И он, короче, сзади появляется, страшно, капец. А это ты что обернул? Ты реально никого не найду в этой серии? Я должен найти кого-то? Да. Зря я, конечно, размечтался. Ну хоть одного я по-любому замочу, но это ж не я буду. Блин, карта здоровенная просто, гигантская. Очень сложно искать. Да-да-да, но я найду. Короче, берите, ребята, аниматроников, которые бьют на расстоянии. Мне кажется, только так мы их найдем. А как? Мы по-другому не убьем вас. Я карту до сих пор по кругу не обошел. Представь, какая она большая. До свидания. О, я вижу игрока. Я Диму вижу. Прощай. Есть буква в алфавите. Наконец-то хоть кого-то убил. Ну, я тебе сказал, это убил меня. Убийца идет. О, в здании. По-любому кто-то сидит в здании. Давайте прям под ним пройдем. А нет, никто не сидит в здании. Нет, сидел все-таки в здании с Тим Куёку дальше. Господи, как же ты близко сейчас был, Дима. В здании? Куда ты ушел? Я тебя найду. Я всех убью, я псих. Так, стаканчика убили, хотя стаканчик ищет. Да, я сам. Самоубийца, да? Да, да. Молодец. Давайте сюда пройдем. Может, все-таки тут кто-то сидит? Чекаем все, чекаем все. Пробегаем здесь. Нифига себе, здесь лабиринт, вроде маленький. Нет, не всех. Койота поймали, вроде как. Абгая, Том Рейди, всех поймали? Да. Пацаны, короче, битва. Каждый сам за себя. Давайте выиграть сильнейший. Кто проигрывает, смотрит, как другие проигрывают. Я так и понял. Ну что, давайте, кто против меня? А слабо без аниматроников с миллиардами хп? Нет, каждый сам за себя. А хочешь, за кого хочешь играй. Главное, чтобы ты проиграл. У меня такой аниматроник, ему все равно сколько у тебя жизни, он тебя все равно ваншотнет. Хоть у тебя триллион будет жизни. Ядерная бомба, так. Ах ты! Ты вот так решил? Не, ну а чё нет? А я тебя убью. А я тебя убью. Не получилось. Я убью всех. Каждый сам за себя, Дим. Каждый сам за себя. Каждый сам за себя, да? Хорошо. Давай. Покажи, на что ты способен. Извини, Абгай, что я тебя не хотел. Я слышу, кто-то бомбу взял ядерную. Я реально слышал пиканье. О, взрывай. Не надо, мы же живы. Последние слова. А если ты тоже умрешь, значит ты проиграешь. Ну все, все проиграют. Ну давай, все давай, давай, него. Покажи, на давай. Что ты способен. Вот думаете, щенок. Думаешь, я не сделал, да? Не я, сделал. Я уверен, что ты не взорвешь меня, я живой останусь. Вот думаешь? Да. Вот я сейчас впритык тебя еще найду и прям в тебя выстрелю. А ты найди меня сначала. Он просто за карту улетел. А дамаг проходит на всей карте одинаково. Ах ты, блин, попал, ну блин. Нашел. А я не смог. И я не умер. Я не умер. Аниматроника выжил. А нет, у меня одно хп. Чего? Как вы выжили? Нет, я умер. Ладно, ладно, убил. Все, забирай свои слова назад. Кроме Димаса и меня. А я выжил. Выжили? Да, мы все выжили. Все, так и стойте. Ничего не делайте, пацаны. Вот так и стойте. Сейчас покажете, выживете ли или нет. Мне кажется, сейчас Димас будет. Умерли все? Да. Вот. Ой, теперь только... он не ту, короче, бомбу взорвал, она, короче, просрочку, она отсыревшая была, плохо взорвалась. Да. Надо было свежак взрывать. Вкусная радиация. Ой, какая вкусная. Ням-ням. Вкусно? А, еще вот такая у меня здесь, ребята, бомба. Я... На. Я передумал, я убегаю. Ух ты, класс. Ой. Смотрите, фокус. Ребят, если понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения, и посмотрим мои ролики еще.